если смотреть по результатам прошлого сезона. Я надеюсь, он не подведет и в этом матче. Он сейчас уверенно движется к воротам. Пас! Какой проход, Корчаков? Куда? И... Штанга! Штанга, дорогие друзья! Это штанга! Тренер не может сдержать эмоции. Мы видим, как расстроены фанаты. Корчаков явно недоволен своим ударом. Этот удар был безнадежен. Мы это сразу понимали. С такого расстояния. Вот за эти эмоции я люблю этот вид спорта. И вот... Вот розыгрыш от ворот, и Корчаков снова перехват. Снова перехват, смещение на правый фланг, и Корчаков ищет, кому же отдать этот мяч. Но он один, один в окружении соперников, и Корчакова срубают. Корчаков, кажется, действительно не может встать. Ситуация тяжелая, наверное, даже критичная, уважаемые зрители. Но нет, нет, что это? Я не верю своим глазам, фанат, не верю своим глазам. Корчаков возвращается в игру. Снова Корчаков уходит в дрифт. Проход Корчакова, но почему, почему он один? Почему никто не открывается? Да, один в поле не воин. Прыгай.